Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас видеть вновь на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот коврик, сидушку, подставку под горячее. Без разницы что, все будет зависеть от нашего размера изделия. Вяжется он довольно-таки быстро, просто, смотрится интересно и оригинально. Для вязания нам будет нужно несколько цветов пряжи. Один основной, я выбрала белый, которым у нас будет полностью все изделие. И разноцветные несколько клубочков, которые у нас будут вот такими вот точечками. Также нам будет нужен крючок, который соответствует размеру нашей пряжи. У меня это тройка. И ножнички, чтобы обрезать нитки. Перед тем, как мы с вами приступим к вязанию, я вас хочу попросить подписаться на этот канал, если вы еще не подписаны, и поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, которые выходят каждую неделю. Ну а мы не будем с вами затягивать, приступаем к вязанию. Итак, начинаем наше вязание с того, что набираем 9 воздушных петель. Первую петлю мы не затягиваем, она нам будет служить первой рабочей петлей. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь в первую петельку, которую мы не затягивали, мы вводим крючок и соединительной петлей присоединяемся и подтягиваем за наш хвостик, чтобы петелька, если вдруг у вас она немножечко растянулась, мы ее возвращаем на место. Теперь набираем с вами одну воздушную. Вытягиваем. Вытягиваем примерно на пол сантиметра. Делаем накид и в колечко вытягиваем 1 петля, накид 2 петля, накид 3 петля. Теперь берем вот эту вот нашу ниточку рабочую, да, вот так вот придерживаем пальчиками, провязываем все петли вместе. И вот за нашу вот эту вот петельку, которую мы придержали, вводим крючок. Вытаскиваем и провязываем. Одна воздушная. Вот у нас получился один пышный столбик. Теперь делаем накид. Сюда же в колечко вытаскиваем 1, накид 2, накид 3. Провязываем все, кроме последней. Теперь 2 провязываем вместе. Вот второй пышный столбик. Вяжем воздушную. Делаем накид, колечко, 1, вытянули, накид, 2, вытянули, накид, 3, вытянули. Провязываем вместе, кроме последней, 2, провязываем вместе. Вяжем воздушную. Вот у нас получилось 3 пышных столбика, а должно быть их в колечке 12 штук. То есть мы дальше вяжем, делаем накид, сюда в колечко вытягиваем 1, накид, 2, накид 3, провязываем вместе, кроме последней, провязываем их вместе, и вот у нас уже 4 пышных столбика. И таким образом мы провязываем до конца ряда, чтобы у нас получилось 12 вот таких пышных элементов, чередуя их с воздушными петлями. То есть я сейчас вяжу воздушную и продолжаю вязать следующий такой вот пышный элемент. Опять воздушный, а пышный элемент. И так вяжу, чтобы получилось таких вот пышных элементов 12 штук. Вот я провязала 12 пышных столбиков. Вяжу последнюю воздушную. И соединительной петлей вершинку нашего первого столбика, вот в эту вот петельку, мы вяжем столбик без накида. Дальше набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. Находим вершинку следующего столбика и в нее вяжем столбик без накида. Вновь набираем 1, 2, 3 воздушные. Находим вершинку следующего пышного элемента. Вяжем столбик без накида. Вновь набираем 1, 2, 3. Следующий пышный столбик, вот он, вот его вершинка. И в нее, я вяжу столбик без накида. И таким образом мы провязываем все вот эти вот наши столбики, пока не провяжем вот последний. Вот я провязала в последний, вот у нас начало ряда. Набираю последние здесь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в первый вот этот вот, откуда мы начинали вязать, сюда вяжем соединительную петельку.
и делаем одну воздушную. Теперь вытягиваем где-то, ну, на пол сантиметра примерно, делаем накид, и вот в эту вот первую образовавшуюся вот эту вот арочку, да, вот сюда вытягиваем, раз, накид, два, накид, три. Провязываем все вместе, кроме последней. Их провязываем отдельно. Теперь сюда же, в эту же арку, вяжем такой же элемент. Вытаскиваем раз, два, три. Провязываем все, кроме последней. Эти две провязываем отдельно. Дальше. Опять сюда же. Раз, два, три. Провязываем вместе все, кроме последней. Две петли провязываем отдельно. Итого у нас уже раз, два, три таких пышных элемента. Должно быть 5. Сюда же. Раз, два, три. Провязываем вместе, кроме последних. Последние провязываем отдельно. И еще раз делаем накид. Сюда же. Раз, два, три. Провязываем все вместе, кроме последней. Эти провязываем отдельно. Следующий промежуток. Вот он. Из 3 воздушных петель мы вяжем столбик без накида. Переходим к следующему промежутку. В следующий промежуток нам нужно провязать вот точно такой же элемент. То есть мы делаем накид и в этот промежуток вытаскиваем раз, два, три. Провязываем вместе, кроме последней. Последней провязываем 2 петли. Первый элемент. Дальше раз, два, три. Провязали все, кроме последней, последнюю отдельно. Второй элемент. Раз, два, три. Провязали вместе, кроме последней, последние отдельно. Третий элемент. Раз, два, три. Провязали вместе, кроме последней, последние вместе провязали. 4 элемента. И теперь раз, два, три. Провязали, кроме последней. Эти провязали отдельно. Теперь в следующий промежуток мы вновь вяжем столбик без накида. В следующий промежуток вновь оформляем вот такие же элементы. Потом опять столбик без накида. И таким образом, чередуя, мы провязываем до конца ряда. Вот конец ряда, и мне осталось провязать вот последний промежуток, столбик без накида. Далее я набираю 3 воздушные, раз, два, три, и сюда же вяжу столбик без накида. Теперь набираю 4 воздушные, раз, два, три, 4. Нахожу вот здесь раз, два, три, третий столбик, его вершинку. И в эту третью вершинку я вяжу столбик без накида. Дальше вяжу 3 воздушные, раз, два, три. И сюда же вяжу столбик без накида. Дальше вяжу 4 воздушные, раз, два, три, 4. Нахожу вот этот вот промежуток, столбик, да, который вот этот промежуточный. Прям в него, в серединку, вяжу столбик без накида. Теперь мне нужно опять оформить вот эту вот штучку из 3 воздушных петель. Набираю раз, два, три. И сюда же, в серединку, вяжу столбик без накида. Теперь вновь мне нужно перейти вот сюда. Вот набираю 4 воздушные, раз, два, три, 4. Нахожу здесь 1, 2, 3, третью вершинку, третий столбик, да, вот этот пышный. И в него вяжу столбик без накида. Набираю 3 воздушные, раз, два, три. И сюда же вяжу столбик без накида. То есть промежуточные вот эти вот петли
которые вот, ну, не касаются, да, вот этих вот выпуклых элементов, мы вяжем 4 воздушные, а сами вот эти вот выпуклые штучки, которые мы вяжем вот здесь на серединке и вот здесь на серединке, мы вяжем по 3 воздушные петли. То есть сейчас мы вяжем опять 4, 1, 2, 3, 4. Находим нашу опять серединку вот здесь. В нее вяжем столбик без накида. И дальше вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же столбик без накида. А дальше опять вяжем 4. Находим вот здесь вот 1, 2, 3. Третью, вот эту третью вершинку. И вяжем так, как вязали вот здесь вот. И так провязываем до конца ряда. Вот я дошла до конца ряда, вяжу последние 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И вот сюда вот, здесь мы начинали, это был наш первый вот этот вот элемент из 3 воздушных петель. В него я вяжу столбик без накида. И вот так вот вытягиваю петлю, потому что сейчас мы будем вязать другим цветом. Следующий ряд мы будем начинать с того же места, где присоединились. Вот наша петля. Вот сюда вот мы вязали столбик без накида, тем самым присоединились. И теперь захватываем наш новый цвет, набираем 3 воздушные, 1, 2, 3. И теперь будем пока вязать вот в эту точку. Делаем накид в эту точку, вытягиваем 1, провязываем 2 петли, оставляем на крючке. Делаем накид, вытягиваем, провязали 2, накид, вытягиваем, провязали 3, накид, вытягиваем, провязали 4, накид, вытягиваем, провязали 5, накид, вытягиваем, 6, накид, вытягиваем, 7. Вот мы с вами получили вот такой вот элемент на крючке. Всего у нас должно получиться 8 петелек на крючке. Одна, которая у нас была изначально, и 7, которые у нас получились. Теперь их все вместе мы провязываем и воздушной петлей как бы закрываем, да? Теперь набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь такой же элемент мы будем вязать вот сюда, вот в эту вот арочку из 3 воздушных. То есть мы делаем накид. И вот сюда, вот в эту арку, вводим крючок, вытаскиваем, провязываем, получаем первый недовязанный столбик. Сюда же вытягиваем, второй провязываем. Вытянули, третий. Четвертый, пятый, шестой и седьмой. Теперь вместе с вот этой петлей, которая была на крючке, у нас 8 петель. Мы их провязываем все вместе. Закрываем и набираем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И находим вот следующее, вот это вот из 3 воздушных петель. Такая вот мини-арка. И сюда повторяем такой же элемент. Потом вновь набираем 6 воздушных и находим следующий промежуток из 3 воздушных, вот этот, который образовался. И так в каждый промежуток, который был в предыдущем ряду из 3 воздушных, мы вяжем вот такие вот элементы. Вот я провязала последние 6 воздушных петель. Нахожу вот здесь вот точечку, да, как бы вершинку. И в нее вяжу столбик без накида. Воздушная петля. И обрезаю ниточку цветную. Дальше. Находим нашу вот эту вот белую ниточку. Возвращаем в нее крючок. И смотрите, вытягиваем ее примерно вот так вот, может, на 0,5 см плюс-минус. Теперь захватываем нитку
вытягиваем и провязываем. Как бы как получается, как воздушную петлю провязали. Возвращаем вот так вот на место то, что отгибали. И теперь вот сюда вот нашу вершинку. Вот сюда вот вяжем столбик без накида. Дальше мы с вами должны будем повторить вот эти вот 5 пышных элементов. Но вязать мы их будем вот сюда, под низ белой цепочки. То есть мы сразу с вами, ничего не вытягивая, никакие петли, делаем накид. Под низ первой цепочки вытягиваем 1 петелька, накид 2 петелька, накид 3. Теперь провязываем все, кроме последней. Последние провязываем отдельно. То есть эти элементы мы вяжем так же, как вот здесь. Теперь сюда же накид. Вытягиваем 1, накид, 2, накид, 3. Провязываем все вместе, кроме последней, последнюю отдельно. Вот второй элемент. Сюда же третий вяжем. 1, 2, 3. Провязали и еще раз провязали. Четвертый сюда же. 1, 2, 3. Провязали и еще раз провязали. И сюда же вяжем пятый такой же. 1, 2, 3. Провязали и еще раз провязали. Теперь вот сюда в вершинку в следующую вяжем столбик без накида. Далее вновь повторяем вот такой же элемент из 5 пышных столбиков. Вот сюда вот под нашу белую цепочку из воздушных петель вытягиваем. 1, 2, 3. Провязываем 1, провязываем 2. Сюда же 1, 2, 3. Провязываем 1, провязываем 2. Сюда же 1, 2, 3. Провязываем 1, провязываем 2. Итого это 3 элемента. Еще сюда 1, 2, 3. Провязываем 1, 2. И последний сюда же 1, 2, 3. Провязываем 1 и 2. И опять в следующую вершинку, здесь у нас получилось 5 пышных элементов, и в вершинку вот сюда вяжем столбик без накида. И таким образом мы вяжем до конца этого ряда. Вот я дошла до конца ряда, в первую беленькую петельку, с которой мы начинали, вяжу соединительную. И теперь мне нужно провязать еще вот, видите, начинаются наши пышные столбики. Мне нужно в 3 столбика, в первый соединительная, во второй и в третьей соединительная, чтобы мы опять оказались как бы в третьем столбике, да? Теперь набираем 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же вяжем столбик без накида. Дальше набираем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Находим следующий промежуток, там где у нас было 5 пышных столбиков, считаем 1, 2, 3, в третий вяжем столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же столбик без накида. Вновь набираем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Находим следующий промежуток и считаем 1, 2, 3, в третий столбик, вершинку вяжем столбик без накида. Теперь набираем 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же вяжем столбик без накида. И вот таким образом мы провязываем с вами до конца этого ряда. Конец ряда, набираю последние 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Нахожу вот этот вот элемент из 3 наших воздушных петель и в него вяжу столбик без накида. Вытягиваю ниточку. Сейчас будем вязать другим цветом.
Мы вновь опускаем нашу белую ниточку, мы ее не обрезаем, берем новый цвет, и там вот, где мы закончили, где у нас вот была петелька, да, куда мы ввязали столбик без накида последний, сюда мы вводим крючок, вытаскиваем ниточку новую, набираем 3 воздушные, 1, 2, 3. Теперь будем вязать вот такие вот пышные элементы, то есть точно такие же, делаем накид сюда, в эту же точку, вытягиваем, раз, провязываем. Накид, вытягиваем, 2 провязываем, накид, 3 провязываем, накид, 4 провязываем, накид, 5, накид, 6 и накид, 7. Всего должно получиться 8 петель, потому что вот эта одна была у нас на крючке. Теперь провязываем их все вместе, закрываем и набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Находим следующий наш промежуток, который вот он, из 3 воздушных петель. И в него делаем такой же элемент. Делаем накид. Вытягиваем, провязываем, 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5, 6 и 7. Провязываем все вместе. Закрываем и опять набираем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Находим следующий промежуток. И так мы провязываем до конца этого ряда. Вот последние петельки воздушные. И присоединяю, точнее вяжу столбик без накида вот сюда, вот в вершинку первого. Дальше вяжу 1 воздушную. И обрезаю ниточку. Дальше мы вновь находим нашу белую вот эту вот петельку. Примерно на 0,5 сантиметра, как мы в прошлый раз, ее вытягиваем. Захватываем ниточку, протягиваем и провязываем воздушную. Теперь вот так вот заворачиваем и вот сюда вот в серединку вяжем столбик без накида. Теперь смотрите, мы будем вязать вот такие вот пышные элементы вот сюда под белую петлю. Вот в этом ряду у нас их было 5, в этом ряду их будет 6. То есть делаем накид, вот сюда под белую вытягиваем, 1, 2, 3, провязываем, 1, 2. Сюда же делаем накид, 1, 2, 3. Провязали, провязали. Второй элемент. 1, 2, 3. Провязали. Еще раз. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 5 и 1, 2, 3, 6. Теперь вот сюда вот в вершинку вяжем столбик без накида. Следующий вот сюда вот под нашу нижнюю белую вот эту вот цепочку воздушных петель мы вяжем 6 пышных столбиков, потом опять вершинку столбик без накида и так провязываем до конца этого ряда. Вот наш конец ряда, и в первый наш вот этот вот первую петельку беленькую мы соединительной петлей присоединяемся. Смотрите, в этом ряду у нас было 6 столбиков, то есть там, где у нас было 5, мы вязали в третий, этот как раз третий
столбик один был посерединке. Теперь, чтобы у нас также вот эта вот цепочка из воздушных трех петель получилась также по центру, мы делаем таким образом. Следующую петельку первого столбика, да, мы присоединяемся соединительной, раз, переходим, во вторую переходим и в третью переходим. Вот. Набираем 3 воздушные, 1, 2, 3, и вяжем столбик без накида в четвертую. И таким образом у нас получилось по центру. Дальше набираем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Переходим сюда. Опять смотрим здесь. Вот первый, второй, третий. В третий вяжем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. И в четвертую тоже вяжем столбик без накида. Вновь вяжем 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Находим здесь 1, 2, 3. В третий столбик вяжем столбик без накида. Третью петельку, да, нашу. 3 воздушные, 1, 2, 3. И в следующую, в четвертую, вяжу столбик без накида. И таким образом я провязываю до конца этого ряда. Вот последние воздушные петли. Вот сюда, вот в первую точку из трех воздушных петель, я столбиком без накида закрываю ряд. Вытягиваю петельку. Следующий ряд будет другим цветом. Там, где мы закончили, сюда вводим крючок. Захватываем новый цвет, набираем 3 воздушные, 1, 2, 3. Вот такие вот элементы будут вязаться точно так же, как мы всегда вязали. Сюда мы вытягиваем 1, 2, 3. Четыре, пять, шесть и семь. Провязываем их вместе, закрываем и набираем еще 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И теперь вот сюда в следующий промежуток оформляем такой же пышный элемент. Потом опять набираем 8 воздушных и в следующую точку точно так же. Так провязываем до конца ряда. Вот мы провязали последние воздушные петли и столбиком без накида. Вот сюда вот вершинку мы присоединяемся. Делаем одну воздушную и обрезаем ниточку. В следующем ряду мы находим опять нашу вот эту вот белую петельку. Ее немножечко вытягиваем. Вытягиваем нитку раз, провязываем воздушную. И теперь вяжем вот сюда в вершинку, как обычно, как во всех предыдущих рядах, вяжем столбик без накида. Теперь вот сюда под нижнюю мы будем вязать, вот здесь у нас было 6 пышных элементов, столбиков, да, вот таких. Теперь будет их 7, то есть мы делаем накид и вот сюда под нижнюю белую петлю, 1, 2, 3. Провязали 1, провязали 2, первый столбик, 1, 2, 3, провязали 1, 2, второй, 1, 2, 3, провязали третий, 1, 2, 3, провязали четвертый, 1, 2, 3, провязали пятый, 1, 2, 3, провязываем шестой
и седьмой. Раз, два, три. Теперь вот сюда в вершинку, как всегда, вяжем столбик без накида. И дальше вяжем по 7 пышных элементов вот сюда, вот под каждую белую вот такую вот цепочку воздушных петель. Вот сюда в вершинку, как обычно, вяжем столбик без накида. Вот мы дошли до конца этого ряда, и в первую белую петельку, как в каждом ряду, мы вяжем столбик без накида. И теперь смотрите, в этом ряду, вот там, где были пышные столбики, у нас их 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы должны перейти на серединку, да, то есть это будет у нас средний четвертый столбик. То есть мы в первый переходим в соединительный, во второй, в третий и в четвертый. Вот с этой стороны у нас будет 3 столбика и с этой. Теперь мы набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же вяжем столбик без накида. Вот что у нас получилось. Дальше мы с вами набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Находим следующий промежуток. 1, 2, 3, 4. Четвертый вот этот вот столбик. Вяжем столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же столбик без накида. И так мы вяжем до конца этого ряда. Провязали последние воздушные петли. И вновь в нашу вот эту вот цепочку из 3 воздушных мы делаем столбик без накида. И оставляем нашу белую ниточку. Начинаем вязать цветной ряд. Начинаем, как обычно, вот сюда, где закончили. Вытягиваем новый цвет, набираем 3 воздушные. И также оформляем вот этот вот пышный элемент. Первый столбик оставили, не довязали. Второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой и седьмой. Провязали все вместе, закрыли и набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот сюда вот в следующий вяжем такой же элемент. И дальше опять 8 воздушных. И в следующий промежуток точно так же пышный вот такой цветной элемент. И так провязываем до конца ряда. Вот я провязала последние воздушные петли. Теперь столбик без накида в вершинку. Воздушная. И обрезаем ниточку. Следующий ряд будет у нас другим цветом. В следующем ряду мы вновь находим нашу белую вот эту нитку, которую мы оставляли. Вытягиваем одну петлю, вяжем воздушную. И вот сюда вот в вершинку вяжем столбик без накида. Теперь смотрите, в предыдущих вот этих вот рядах, там где были у нас пышные вот эти вот промежутки, у нас было 7 столбиков пышных элементов. Теперь будет 8. То есть с каждым рядом мы на 1 увеличиваем. 1, 2, 3. Провязали 1, 2, это первый столбик, 1, 2, 3, провязали 1, провязали 2, второй, 1, 2, 3, провязали 1, провязали 2, третий, 1, 2, 3, провязали 1, провязали 2, четвертый, 1, 2, 3, провязали 1, провязали 2, пятый, 1, 2, 3, провязали 1, провязали 2, шестой, 1, 2, 3, провязали 1, провязали 2, седьмой и последний 1, 2, 3,
провязали 8. Теперь вот сюда в вершинку вяжем столбик без накида. И дальше в каждый вот этот вот промежуток мы вяжем по 8 пышных вот таких вот элементов. Вот я провязала последний вот этот вот промежуток. И в первую петелечку белую я вяжу столбик соединительный, точнее соединительную петлю. И теперь смотрите, дальше мы будем с вами вязать точно так же, как вязали раньше, только будем увеличивать количество воздушных петель при вязании. И отличаться у нас будут только ряды, которые вот у нас с четными и нечетными количествами вот этих вот столбиков. То есть вот в этом ряду, в последнем, у нас было четное количество, было 8 столбиков. Соответственно, мы должны перейти на серединку, то есть это 1, 2, 3, 4, 4 соединительной петлей, 1, 2, 3, 4. Набираем 3 воздушные, 1, 2, 3. И так как у нас четное количество этих столбиков, мы сюда же, в эту же петлю вяжем столбик без накида. Если бы у нас было, как вот здесь в предыдущем ряду, нечетное, значит мы тогда бы с вами вязали вот сюда вот, в следующую петельку. Но так как у нас четное, у нас должна быть вот эта вот штучка посерединке, то есть с этой стороны 1, 2, 3 свободных столбика и с этой 1, 2, 3 свободных столбика. И теперь смотрите, мы будем увеличивать количество воздушных петель в этом ряду. Вот я написала, смотрите, мы с вами вязали первый ряд, у нас был 4 петли воздушные, вот здесь вот, да, в промежутке, который мы сейчас должны провязать, вот здесь вот. Дальше мы вязали 5, 7 и 8. Теперь мы с вами вяжем белого цвета 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Находим здесь четвертую. 1, 2, 3, 4. В четвертую вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 3 воздушные и сюда же столбик без накида. Дальше продолжаем вязать. В следующий раз, когда у нас с вами будет вот этот вот ряд, то есть там, где мы с вами будем вязать вот такие вот штучки, мы будем вязать уже 11. Дальше будем не 12, а 13, 14. И так дальше будем увеличивать. 14. Дальше 15 пропускаем, у нас здесь будет 16. 17, 18 пропускаем, 19, 20 и так далее. То есть у нас две цифры идут подряд, одну мы пропускаем. Две цифры подряд, вот между ними должна была быть 18, да, 5, мы ее пропускаем и так дальше. Когда мы с вами провяжем вот этот вот ряд, мы с вами переходим к вязанию вот таких вот цветных пышных элементов. Пышные элементы вяжутся точно так же, то есть мы с вами находим вот это вот первый, вот этот вот элемент из трех воздушных. В него, как обычно, начинаем, вяжем вот такой элемент. А дальше у нас тоже идут воздушные петли. И у нас будут меняться количество воздушных петель. Вот мы с вами провязали 6, 6 воздушных петель. Дальше было 8, 8. Потом у нас будет 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12 и так далее. То есть здесь у нас два ряда идут по одинаковому количеству воздушных петель. Это в цветном ряду. И каждый ряд у нас добавляется по одному пышному вот этому элементу. То есть, когда мы начинаем вязать белым вот эти вот пышные столбики, если вот здесь у нас было 8, то в следующем ряду будет 9. Если было 9, то в следующем будет 10. И так мы можем увеличивать столько раз, сколько у нас, сколько нам необходимо. То есть у нас будет все равно 12 вот таких вот цветных точечек, а вот этих вот промежутков, вот эти промежутки, они просто будут становиться шире. И так мы можем провязать неограниченное количество рядов. Также главное помните, что вот эти вот штучки, которые из трех воздушных петель, да, вот эти маленькие арочки, должны быть посерединке. И там, где у нас
четные и нечетные количество вот этих пышных элементов, у нас вяжутся они по-разному. То есть вначале в одном случае мы вяжем в одну петлю, то есть 3 воздушные и сюда же столбик без накида. В другом случае мы вяжем 3 воздушные и в следующую вяжем столбик без накида. То есть у нас должно получиться, чтобы от серединки нашей вот этой вот арки из 3 воздушных петель было одинаковое количество столбиков. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые мастер-классы. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.